Итак, откуда на солнце свет? Это, конечно, вопрос. Солнце не горит, как костер, как это может показаться. Солнце делает кое-что другое. На солнце происходит термоядерная реакция. Давайте посмотрим, как это происходит. Вообще, что такое солнце? Солнце — это кусок раскаленного газа. Да, у вас есть какой-то газ. Но его так много, что под своим собственным весом, своим собственной массой, он сжимается под воздействием гравитации, короче. И газ этот, все частички падают сами на себя. Значит, что за газ там? Там находится газ водород. У водорода внутри ядра, там, пускай нарисуем для простоты, один протон. Из-за того, что таких водородов там много, очень много, сжимаясь, сдавливаясь близко друг к другу, они вдруг начинают превращаться в новый элемент. Следующий элемент в таблице Менделеева — это гелий. Да, и они вдруг превращаются в гелий. У гелия два протона, два нейтрона. То есть это более массивное ядро. И вот в процессе перехода из водорода в гелий, да, отсюда сюда, вот этот переход из водорода в гелий, получается так, что выделяется энергия. И эта энергия выделяется в виде света, в том числе. Есть разные способы, как она может выделяться, но в том числе в виде света, в виде электромагнитного излучения. То есть там разные излучения. Инфракрасное, ультрафиолетовое и так далее. Так получается свет.